Ой. А там шлеме с сиротхезом. Ну его нигде тут не написано, кто это. Да мы закрасили все. Вертел. Всем привет, друзья, меня зовут Векшита. В моем городе находится довольно большое количество известных памятников. Есть памятник известным людям, великим событиям, есть памятник, посвященный клавиатуре, а есть даже Гене Букину, герою сериала «Счастливы вместе». Памятников действительно много, но я столкнулся с тем, что не все знают, кому какой посвящен. Сегодняшний выпуск об этом. Я распечатал 5 фотографий, на них изображены памятники, но уже не только Екатеринбурга, а других городов. Цель участника простая – узнать все из них. Друзья, каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра. Не забывайте подписаться на канал, чтобы помочь нам в продвижении контента, а мы погнали работать. Ну, меня зовут Маша, 14 лет. Серьезно? Ну да, мне 15 через 6 дней. Да. Меня зовут Макс, мне 29 лет, я врач-стоматолог. Миш, привет. Привет. Как дела? Прекрасно все. Как настроение? Хорошо. Как на личном? Скажите, пожалуйста, мне нужен один общий ответ от вашей пары. Вы технарь или гуманитарий? Гуманитарий. Технарь. Гуманитарий. Не публично. Я тебя понял. Рисую, учусь. Ничего интересного, в принципе. Рисую, беру хабро. Как-то так. Работаю в сырах. Я с вернителем. А и все, в общем-то, если что. А еще интересно, кто спрашивает, это я охотно сообщу. Привет. Несколько слов о себе, самое важное. Я красивая. Тём, привет. Здравствуйте. Я обещал. Помню. Тём, хочешь, мы тебя позовем еще раз в выпуск какой-нибудь? Ну, если желание, то да, почему нет? Давай договоримся, хорошо, то обидно все-таки получается, да ведь? Давай, до встречи. Мы еще встретимся. Готов сегодня? Да. У меня к тебе вопрос сразу же. Если ты сегодня ответишь на все 5 вопросов, ты сыграешь в суперигру? Возможно, да, возможно, нет. Посмотрю, как выйдет. Здравствуйте. Как ты думаешь, ты сегодня выиграешь деньги? Не знаю. Веришь в себя? Постараюсь. Мы в тебя верим. Спасибо. Так, какой-то мужик странный. Странный? Странный мужичок такой. И сразу завал. Это реальный человек. Это не реальный человек. Без понятия. Шерлок Холмс. Может быть, какому-нибудь герою книги? Детских рассказов? Это какой-то профессор. Пас. Друзья, сейчас я задам вам вопрос, а вы попробуйте ответить правильно. Какой самый необычный домашний питомец? Подумали? А что, если я скажу вам, что есть еще более эксклюзивный вариант? Я про колонию муравьев от Ant Planet, которая находится в маленькой коробочке на столе в виде отдельной цивилизации, за которой чертовски увлекательно наблюдать. Королева, рабочая, солдаты, няньки, куколки – у всех свои задачи и роли. А главное – все происходит на наших глазах, и именно мы способствуем их развитию. Главное делать это правильно, а развитию способствовать. Следить за средой обитания, кормить и при желании баловать вкусняшками, типа куриной грудки или вареного яйца. А знаете, какую игру мне это напоминает? Помните? Sims, игра, в которую играл каждый. Одним словом, муравьиная ферма Ant Planet – это очень интересный и необычный вариант для подарка. Или необычная вариация на тему домашнего питомца. А точнее, питомцев. А если есть желание заиметь подобную диковинку, но есть сомнения, то ребята из Ant Planet предоставляют возможность взять ферму на тест-драйв. И если зайдет, смело оставить себе. Сейчас в Ant Planet можно купить фермы со скидкой до 20% по акции. А еще, для моих подписчиков доступна дополнительная скидка в 10% по промокоду Векшита. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании, выбирай понравившийся вариант и вперед к созданию муравьиной колонии. Ты можешь этот памятник не знать, он находится в Томске. Но человека ты должен знать. Нет, это реально вот человек существует. Хорошо, Миш, конечно, конечно. Я тут недавно Каштанку прочитал. А кто я написал-то, господи? Каштанка, где утопили собачку. Миш, ну ты чё?
Это про собачку, которую утопили, да? Нет, это не та. Каштанка. Миш. Я очень мало эрудированный. Айболит какой-то. Можно подсказку зала мне? Хорошо, один раз, конечно, выходить. Как вас зовут? Саша. Саша, пожалуйста. Так. Сразу. Хорошо, я тебе один раз подскажу. Ладно. Договорились? Ладно. Смотри, этот человек, известный русский писатель. Угу. Диму же... Ну-ка, подожди. А собачку-то где утопили? А, это не то. Это не то. Я примерно понял, что, кто это. Я его где-то видел, но я не знаю. Так. Может, это памятник Кисе в Рамьянинов? У меня, похоже, что нет вариантов. Тём, ты меня очень расстраиваешь. Я знаю. У меня почему-то в мыслях только вспоминается композитор. Единственное, что приходит в голову. Так, интересно. Может, все же Чехов? Это правильный ответ. Хорошо, я этому рад. Ладно, не буду мучить, это Антон Павлович. Памятник посвящен великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову, а находится он в городе Томск. Так, ой, что-то знакомое. Но это не Цой, не похож. Даже не знаю. А не торопись. Бременские музыканты. Бременские музыканты. Один, их было двое. Один из них. А вторая кто? А вторая жена. Видимо, бременская музыкант. Ну, видим, КК. Да. Ой, я тупая. Кто это может быть-то? Миша, наводящий вопрос. Какую музыку ты слушаешь? Дрилл. Что? Дрилл. Ну, не таких Дрилл, Soda Love, там, компания. Кто он? Этот... Цой. Нет? Посмотри внимательно. Мои родители его не слушали. Я... Думаешь? Думаю, да. Мои родители слушали этого. Руки вверх. Когда мы были молодыми. Ну, тут у нас изображен достаточно известный советский музыкант, по которому раньше делали гайды, как играть на гитаре. Высоцкий. Молодец. А кто рядом с ним? Вот тут я уже не могу сказать. Я вспомнил самого Высоцкого, но... Ну, это ясно. Это Высоцкий. Это Высоцкий. Ты умеешь играть на гитаре? Я пытался раньше научиться играть, но проблема в пальцах. Слишком мягкие. А что с ними? Сахарный диабет, я чисто их пробиваю. Владимир Высоцкий? Около Высоцкого. А кто с ним рядом? Кто с ним рядом? Не знаю. Возлюбленная его. Марина кто? Влади. Марина как? Влади. Влади. Марина Влади. Марина Влади, да. Это они. Все правильно. Я почти угадал. Это Высоцкий. Ты уверена? Женя. Ну, я бы тоже на твоем месте подумал. А, ну... Мне почему-то в первую мысль в голову пришла «Бременские музыканты». А Владимир Высоцкий был в «Бременских музыкантах»? Нет. Хотя... Памятник посвящен Владимиру Высоцкому и Марине Влади, а находится он в городе Екатеринбург. Очень стыдно. Ну, это древнегреческие боги, похоже, какие-то. Я не знаю. Вот это похоже на Илью Муромца. А правый? А я не понимаю. На Добрыню? Это освободители, по-моему. Два их. Кто такие польские интервенты? Кто такие польские интервенты? Я даже не знаю, кто такие интроверты. Ну ладно. Пожарный? Нет. И? И еще один. ДПСник. А ты какой ты? Памятник пожарному и... Пожарному? Да ну не... Пожарский. Ну короче, не знаю, не помню. Все правильно. Дмитрий Пожарский и Кузьма?
Это Вов Троне, точно не знаю. Это наш вот. Человек, сразу видно. Минин и... Сталин? Нет, не Сталин. Нет. Ну, тут можно вспомнить сразу и День народного единства. Так что Минин и Пожарский. Ну, это Пожарский. Минин и Пожарский. Это Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, а памятник находится в городе Москва. Ой, он похож из этого, из Великолепного века. Ой-ой-ой, это я помню, но не... Точнее, знаю, но не помню. Ну, когда-то знал, но сейчас уже забыл. Ну, я так понимаю, это создатели алфавита, ну, азбуки. Псков. Вроде. Псков? Нет, тут не Псков. Ну, священники какие-то. Кириллицы. Это да. Как их зовут? Кирилл. И? Кириллица. Опа, смотри, кириллица. А почему она кириллица-то? Потому что его Кирилл зовут. Слушай, ты молодец. Один из них Кирилл, а другой? А еще это есть азбука. Морзе, а нет, да. А другой Морзе. Правильно? Кирилл и Морзе. Я правильно сказал? Конечно. Нифига. Может, Кирилл... Они держат свиток? Кирилл? Кирилл. И? Мефодий. Ну, сразу вспоминаю то, что данные люди создали начало нашего там... алфавита, языка и тому подобное. Кирилл и Мефодий. Мефодий, господи Иисусе. Кирилл, Мефодий, наверное. Макс, ну все. Yeah! Молодец. Видишь, как все логично просто оказалось. Да. Эти Кирилл, это я не знаю, но подозреваю, что это Кирилл и Мефодий. И Мефодий какой-то там. Кирилл и Мефодий? Памятник посвящен Кириллу и Мефодию, а находится он в Москве на Славянской площади. Алексей, у нас остается последний вопрос, от которого зависит ваш выигрыш. Готовы? Ну, зачем же так нагнетать? Хорошо, поехали. Ладно, готов. Какой-то начальник. Этот парень похож на... Александра Македонского, если не ошибаюсь. Вот, а... Алексей, если... нет. Нет? У него нигде тут не написано, кто это. Да мы закрасили все. Это слишком старые памятники, надо немножко помоложе было нам предложить. Например? Рыцарь и, возможно, правитель, потому что на нем одеяние... Например? Пупку. Пупку? Пупку земли. Это где такой? Кунгуре. Серьезно? Памятник. Садишься на него, крутишься, ты типа пуп земли крутишься. Вертел. Если Александр, то тоже это может быть. В том шлеме с иракезом. Егор, ты пойдешь в армию? Я не годен. Почему? У меня дисплазия коленных суставов. Это связано с Францией, с битвой с Францией? Нет. Нет? Офигеть. Подсказки? Давай без них. Без них? Так, не Кутузов. Кутузов. Ну, не похож он на Кутузова. А как Кутузов выглядит? Кухненький такой. Даю вам последнюю подсказку. Памятник расположен в Санкт-Петербурге. Ага. Ну, это МХС. МХС. Особо я старался. Верю. Вариант ответа. Должанский, Березуцкий, Чапаев, Суворов. Ну, это, наверное, не Суворов все-таки. Не знаю, какой-то Невский. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну, если судить по памятнику, я могу посчитать, что это Суворов. Тём. Блин, ну, первый вопрос, ну, как так? Ну, вот знаешь, мы с тобой снимаемся второй раз, и после каждого раза у меня прям на душе неспокойно. Что мы сделаем? Третий раз встретимся? Ну, можно и так поступить. Давай, хорошо, если зрители хотят видеть Артема третий раз, пусть пишут в комментариях, окей?
Хорошо, пускай мнение народа решит, что будет. Суворов. Молодец, Суворов. О, да. Ну, Должанский, наверное, это. Николай. Да, Николай Должанский. It's my life, and it's now or never. Алексей, все гораздо проще, чем вы думаете. Ну, это радует. Александр Суворов. Ну, вот близко. Александр, ну, не тот. В общем-то, Александр, но другой, да. Или меня подвела. Алексей, 4 из 5 было очень неплохо. Ну ладно, сегодня гостыщи, пойдемся. Хорошо, я надеюсь, мы пересечемся еще, было приятно пообщаться. Жму руку, спасибо большое. Хотели в Питер-то поехать памятники изучить, а у нас тут ковид произошел, билеты сгорели. Все, пришлось, блин, ехать в Анапу. Думаю, вы не пожалели. Нет, пожалели. В Анапе вообще был просто какой-то кошмар. Море зацвело, мы все зеленые, в какой-то рвоте купались. Ну, мы после ковида были... Поженились, все заболели ковидом на свадьбе, пришлось уйти на самоизоляцию, потом в Анапу ехать вынуждена, там рвота вся вот эта, мы в ней купаемся, ну, что поделать. Я надеюсь, что дальше у вас будет только все хорошо. Макс, большое тебе спасибо. Саш, спасибо вам тоже большое. Не, ну мне понравилось. Надо школьную программу изучать. А я этого не делаю. Правильный ответ – Александр Васильевич Суворов, а памятник находится в Санкт-Петербурге. А какие памятники выбрали бы вы? Пишите свои варианты в комментарии, и если вам понравился ролик, поддержите его. 13 тысяч лайков, и я понимаю, что идея актуальна, и выхожу на съемку второго видео. Друзья, на этом все, меня зовут Векшита, с вами было очень приятно, и до следующей встречи. Всем пока!